Волонтер у допомогу. Каля 300 юнаков и девчат у нашем регионе будут задейничаны подчас референдуму. Активистов БРСМ вучили азам подтримки маломобильных и неведущих выборщиков. Областный семинар «Интенсив» прошел у Гомельским облвыканкаме. Напередодні референдуму БРСМ формирует команду волонтерского руху «Доброе сердце». Их задача – допомогши инвалидам, а так само людям с порушением зроку на выборщих участках. Понимать, как, в какой ситуации действовать с людьми с ограниченными возможностями, помочь преодолеть препятствия, лестничные пролеты. Ни для кого не секрет, что некоторые избирательные участки находятся и на втором, и на третьем этаже. Приходят и инвалиды-колясочники. И вот наши ребята будут помогать им добираться до избирательного участка. Программа «Интенсива» складала практичную и теоретичную участки. Были смоделированы разные ситуации, с которыми могут сутыкнуться волонтеры. Особливая увага – это цезносинов с маломобильными громадянами, инвалидами по зроку. Познать волонтеров БРСМ на выборчих участках можно будет по специальных бейджах.